Всем привет, с вами Дарк, и сегодня я украду костюм Капитана Америки. Итак, ребята, я уже попал в район этого города, где живет Капитан Америка, Стив Роджерс. И сегодня я очередной раз украду его костюм. Ну и перед тем, ребята, как мы сейчас начнем искать дом Капитана Америки, я хочу, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Ведь если вы этого не сделаете, то будет очень реально грустно, а для вас это лишь одна секунда. Поэтому давайте, раз, два, три, хоп, все, молодцы. Что ж, переходим к видео. Итак, ребята, вот, это я попал в вот такой вот какой-то район, где есть разные дома. Ну, давайте сейчас найдем его дом. Итак, может быть, это его дом? Кстати, да, двери закрыты. А, нет, там вообще двери нету. Походу, этот дом продается. Ну, короче, наверное, это не точно не его. Но дом, кстати, огромный. Капец, мне кажется, это может быть его домом, потому что Тони Старк ему дал денег, и он купил себе такой дом. Так, есть еще... Опа! А тут я вижу вот такую вот лаву. И по-любому это у нас дом Капитана Америки. Смотрите, тут есть лава, и это уже типа какая-то ловушка. И по-любому там есть что от него скрывать. Так, ну, давайте попробуем перепрыгнуть. Так, с помощью метода паркура я сейчас попробую перепрыгнуть эту лаву. Опа! Опа, да. Это было изи, ребята, потому что я супер-паркурщик. И дверь у нас закрыта. Она у нас закрыта, реально. Я не могу в нее зайти. Давайте попробуем обойти дом. Так, о, смотрите, я вижу там костюм, ну, это, наверное, его повседневный костюм этого Капитана Америки, капец. Ладно, давайте, что у нас тут сзади, тут у нас уютный такой, скромный чисто столик с стульями, ну, чисто прям как Капитан Америка любит. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут дальше, что-то тоже непонятно, какие-то тут деревья, тут тоже у нас дверь закрыта, и... Что-то реально непонятно, как нам зайти в эту дверь. Потому что на этот раз у меня с собой ничего нету, чтобы можно было зайти в эту дверь. Давайте попробуем еще раз обойти. Может быть, тут есть какие-то секретные кнопки, чтобы открыть дверь. Так, тут тоже что-то непонятное. О, опа! А вот и кнопка, ребята, так. Давайте сейчас нажмем на эту кнопку. Все, я нажал, и, наверное, дверь должна была открыться. Тут она не открылась, а там, наверное, открылась. Так, идем. Так, опа, дверь у нас вообще пропала, лол. Я думал, она просто откроется, но ладно, она пропала. Так, заходим, и у нас тут есть какие-то картины. Так, ладно. Ой, ё-моё, вы видели, это была еще одна какая-то ловушка. Вы видели, я чуть в нее не попался, это капец. Ну нафиг, берем все эти стрелы, выбрасываем. Вот это вот ловушки, конечно, Капитан Америка придумал. Так. Все, надеюсь, вообще не попадусь на эту ловушку. Давайте посмотрим, что у нас тут. Вот, мне понравилась вот эта вот одежда. Смотрите, вот, лол, смотрите, как я угарно выгляжу в этой одежде. Я прям дарк с вот такой вот белой майкой и вот такими вот штанами. Прям повседневная одежда Кэпа. Ладно, давайте вернем назад. Нам не за этим сюда пришли, мы пришли за костюм Капитана Америки. Поэтому, что у нас тут? Тут у нас его очки, лол. Нифига себе, я прикольно выгляжу. Ладно, давайте его снимем. Ладно, поднимемся наверх. Так, и у нас тут... Кстати, можно у тебя допрыгнуть, прикольно. Ладно, что у нас тут? Это что, какой-то лабиринт? Что за бред? Так, и тут у нас проход влево или вправо. И тут прям как у нас сундук. Давайте, напишите, ребят, в комментарии, куда пойти, направо или же налево? Давайте, раз, два, три. Ладно, я пойду направо. Надеюсь, вы, кто писал направо, те угадали. Так, тут у нас какой-то сундук, поэтому открываем его. Короче, идем налево, и тут у нас какая-то дверь непонятная, такая черно-прозрачная дверь стеклянная, поэтому ее открываем, заходим, закрываем, и тут у нас тоже есть какое-то окно, ну, в принципе, это нам не интересно, тут какая-то библиотека и все, а где сам костюм? Неужели он свой костюм оставил в башне Мстителей? Боже, тогда за смысл сюда приходил. Давайте попробуем что-то тут понажимать, не знаю, может быть, что-то получится. Опа, а вот и получилось, и это у нас беспалевная дверь в виде библиотеки, давайте закроем за собой. Итак, тут какая-то лестница, поэтому тоже поднимаемся, тут тоже у нас какая-то лестница, оп. Все, я добился своего, и я нашел костюм Капитана Америки, смотрите, вот так вот он круто выглядит, он его оставил прямо тут, офигенно просто выглядит, давайте его оденем. О, да, я в костюме Капитана Америки. И можно, в принципе, отсюда уже уходить, пока не пришел Капитан Америка. Уже темнеет, ребята. Он уже скоро придет сюда спать, наверное, я не знаю. Так-то так, валим отсюда. Быстрее валим, валим. Опа, тупые стрелы. Стоп. А, да, стрелы не работают, я же стрелы себе выбросил. Короче, валим.
Опа. Все, ребята, у меня настоящий костюм Капитана Америки. Давайте попробуем использовать его способности. Только для начала давайте убежим куда-нибудь далеко. Итак, ребята, давайте посмотрим, какие же у него способности. Итак, первое, что мы можем, у нас... Да, у нас есть его... Его фирменный классический щит. Давайте попробуем его пульнуть. Ля, смотрите, мы можем прям пулять щит. На, и он к нам потом вот так вот притягивается. Опа. И где мой щит? А, лол. Что с этим щитом не так? О! У него есть гранаты в этом костюме, в кармане есть гранаты. Я случайно кинул, и тут взорвал пляж. Ладно, пофиг. Что у нас тут еще есть? Мы можем драться двумя руками. Мы же Капитан Америка, мы супер боевые искусства владеем. Можем драться, всех побеждать. Ну и, в принципе, больше способностей, ребята, походу, у него нету. Но все равно круто, я добился своего. И это новый костюм к моей коллекции. Я украл костюм Капитана Америки. И теперь я могу гулять, кайфовать и чисто зажигать. Давайте убежим еще подальше, чтобы он меня наверняка не нашел. И думаю, можно, наверное, заканчивать наш ролик. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем удачи и всем пока!